Простите, минутку времени нам уделить, пожалуйста, всего лишь одну. Мы проводим опрос. Большинство покупателей сейчас отказываются от покупки шуб из натурального меха и делают выбор в пользу искусственного. Вот на ваш взгляд, какая из двух моделей из натурального меха? Не знаю. Потрогайте. А прикоснитесь, потрогайте. Что чувствуете? Ну, вот это дождь. Ну, для меня, наверное, вот это вот. Вот это натуральное, а это искусственное. Почему? Я просто зверовод, поэтому я знаю. Ну, вот это все-таки. Все-таки это. Сколько, может быть, она стоит, на ваш взгляд? 80. В среднем от 40 тысяч. От 40 тысяч рублей? Такая примерно 1040-50, не меньше. Я думаю, в районе 60-70 тысяч. Затруднее сказать, но, наверное, 1120. Может быть, побольше. Мне кажется, 1100. Может, около 1080, может, примерно. Ну, да, так. На самом деле, все шубы из искусственного меха. Да вы что? Ну, потрясающая работа. На самом деле, обе шубы из искусственного меха. Что вы говорите? Ну, тогда вообще замечательно. И стоят они 15 тысяч рублей. Ну, это вообще хорошо. И доступно. А знаете, такая шуба всего лишь стоит 15 тысяч рублей. Да, она и класс. Стоимость 15 тысяч рублей. А знаете, как... Где? Вот в этом магазине можете ее приобрести. Почему современные люди по всей России выбирают эко-шубы Only Me? Эко-шубы можно стирать. Они прекрасно сохраняют свой внешний вид. В эко-шубе Only Me вам не страшны ни дождь, ни мокрый снег. Новые технологии позволили сделать эко-шубы невероятно легкими. Вес такой эко-шубы 2-3 килограмма, а обычной шубы минимум 4 килограмма. Благодаря современным утеплителям эко-шубы Only Me согревают в любые морозы. Эко-шуба Only Me выпускает меньше тепла, а значит, в этой шубе теплее. Эко-шуба Only Me не требует жертв животных, и ее производство во много раз безопаснее для окружающей среды. Only Me. Красота не требует жертв.